Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. С вами Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня в гостях у меня писатель Виктор Ерофеев. Витя, дорогой, здрасте. Здрасте, Леонид. Спасибо, что почтили, как говорится. Спасибо вам, что пригласили. Биография Виктора Ерофеева, при всем ее внешнем благополучии, полна коллизий. Сын высокопоставленного дипломата, которому жизнь все поднесла на блюдечке с голубой каемочкой, он это блюдечко оттолкнул, когда 32 лет от роду организовал самиздатский литературный альманах «Метрополь» и в одночасье превратился в диссидента-антисоветчика. Вроде он и его товарищи по «Метрополю» и не ожидали такой резкой реакции власти, тем более, что в самом альманахе никакой антисоветчины в помине не было. Но это же не важно, ожидали или нет. Важно, как они себя повели в ответ. Повели мужественно, не оправдывались, не каялись. Со временем этот пожар, как сказано у классика, способствовал лишь много к украшению ерофеевской биографии. Советская цензура кончилась, а Виктор Ерофеев стал знаменитым писателем, чьи книги «Хороший Сталин», «Русская красавица», «Энциклопедия русской души» и другие издаются многотысячными тиражами и переведены на многие иностранные языки. Но по-прежнему его имя не в последнюю очередь ассоциируется с «Метрополем». И это вовсе не тот случай, когда старые заслуги и достижения помнят за неимением новых. Память о «Метрополе» обязывает самого Виктора Ерофеева, что называется, держать марку. В отличие от многих своих коллег по цеху, в том числе, увы, даже некоторых товарищей по «Метрополю», он сохранил независимость, не купился на посулы власти, которая сегодня хочет казнить и миловать художников в зависимости от степени их лояльности. Ерофеев, давно разменявший седьмой десяток, не лоялен, как и 38 лет назад. Когда-то он не дрогнул перед действительно жесткой и жестокой советской властью. Так разве можно прогибаться перед властью нынешней, непонятно из какой трухи сделанной? Витя, вот у меня первый вопрос будет. Во-первых, он будет такой громоздкий. Во-вторых, и отвечать на него, наверное, если таком, в полном формате, то можно полпрограммы. Но, тем не менее, я не могу не начать именно с него. Вот как так получилось, что вы человек из советской номенклатурной семьи, причем такого высокого эшелона, к тому же дипломатической, что в советское время очень часто подразумевало такую наследственность, преемственность в профессии, вдруг оказались, что называется, таким чужим среди своих. Все-таки это исключительные случаи. Дети либо шли в родительском фарватере из вашего такого, так сказать, клана, клуба, либо куда-то, это такое тоже бывало, падали и оказывались где-то на дне. Вот я опять же повторяю, что тут можно на полпрограммы на этот вопрос отвечать. Но вот давайте сконцентрируемся. Какой был такой вот момент истины, который вас заставил подумать о том, что власть, которая вас холила, лелеяла и баловала, и все подносила, в общем, на блюдечке с голубой каемочкой, на самом деле не такая хорошая и правильная. Что вот тут случилось? Ну, я на этот вопрос попытался ответить в книге «Хороший Сталин». В замечательной книге «Хороший Сталин». Да. И действительно, конечно, в этом есть загадка в том моем существовании, которое потом кончилось столкновением страшным с карьерой отца. Угу. Дело в том, что, наверное, тут не один момент истины, а несколько. Так, так, так. Первый момент божественный, но об этом мы скажем тихо. Ага. Дело в том, что, видимо, Бог все-таки одарил меня некоторым талантом. Угу. И этот талант нужно было каким-то образом реализовывать. И, видимо, в дипломатических, политических и прочих кругах он бы как-то не реализовался.
Вы знаете, меня с самого начала, ну, насколько я себя помню, меня просто одолевали страсти. То есть у меня, например, была страсть к собиранию марок. Мы жили тогда в Париже, и вот меня просто трясло от этого. Потом меня, значит, трясло. Много собрали? Ну, много собрал, и в Париже это довольно неплохо получалось в 50-е годы. Потом у меня была страсть, вот, игра в солдатики, в какие-то бои, все прочее. Потом, много лет прошло, я подумал, что это и было вот начало писательской деятельности. Угу. Только оно, вообще писать, это страсть. И вот в какой-то мания, момент... Мания, я бы даже сказал, наверное, да? Мания, маниакальность, да, какая-то, да, в этом месте. И это выплеснулось вот однажды на пишущую машинку. Родители купили Эрику, вот, которая знаменитая, которая у меня сейчас стоит в кабинете. Там всегда темно, поэтому я его называю «теневой кабинет». И вот в тот момент, когда появилась страсть к машинке, появилось все. То есть это первое. Второе, у меня абсолютно исключительные родители. Несмотря на то, что папа очень высоко летал и был помощником Молотова и личным переводчиком Сталина, несмотря на то, что он прикасался к злу, можно сказать так, что ближе не бывает, в нем каким-то образом сохранилась удивительная порядочность. Потом спросите, но вот прямо это очень важно. А мама у меня была... такая почитательница поэзии, сама переводила и вообще тосковала по свободной жизни, в Париж приехала и поняла, что вот то, что надо и так далее. Поэтому родители дома были невероятными либералами, которые, в общем, совершенно не ломали мне мою карьеру, я бы сказал, ценностей. Uh-huh. Которые постепенно. Это важно. Вот карьера – это именно ценность. Uh-huh. Ну и третье, вы знаете, все-таки Париж. Вот, потому что были очень важные эти годы. Я приехал туда во втором классе и проучился второй, третий, четвертый, три года. И проучился в Париже. И вдруг я могу сказать, что вот эти, видимо, годы очень решающие. Потому что я до сих пор люблю платаны. Даже, может быть, немножко больше, чем березы. Хотя... Uh-huh. И березы люблю. Понимаете, то есть Париж дал какое-то такое ощущение, а вот проверь, так ли это будет в другом месте. И когда я приехал в Москву после Парижа, это было, конечно, сильная шокирующая реальность. И вот эта школа, это, где, кстати говоря, Буковский учился, угу, старше меня в 122-й, и вот это все... Она не могла не выйти к вопросу, а почему они все врут? Почему они утверждают, что тут хорошо? А Париж-то гораздо. А потом мы же были еще в особых кругах. Папа был советником по культуре, поэтому мы знали друзья по жизни. А у меня по детству это Пикассо, это Ив Монтан. Они очень близко дружили. Uh-huh. Симон Синьяре. Ну, Шагал, ну, чуть-чуть там немножко вдалеке. Ну, Арагон уж точно. Ну, в общем, понимаете, ну, деваться было некуда. Ну, вот папа ваш, как хорошо, что вы говорите. Папа, а не отец. Это действительно звучит. Дипломат высокого ранга. Напомним публике, что ранга чрезвычайного и полномочного посла. Выдвиженец Молотова и Сталина, дипломаты той эпохи все-таки в первую очередь ассоциируются с Молотовым по прозвищу «Каменная задница», да, и «Господин Нет», с Вышинским, с партвыдвиженцами, которые не только что иностранных, но и русского языка чаще всего не знали. Но вот, а вы утверждаете, что ваш отец был какой-то на особицу, хотя вроде он тоже пажеский корпус не заканчивал. Он что, был из какого-то такого другого теста? Ну, вы знаете, это тоже, в общем, какая-то загадка, как вот и тема страсти. Понимаете, оказалось, что вот жизнь как брусчатка выложена у меня какими-то загадками. Папа был из довольно скромной семьи, в отличие от мамы. Мама была такой более дворянская, mm-hmm, такая линия, а папа был из скромной семьи, бабушка из Костромской области, дед из Карелии, жили они под Петербургом, в общем, у них они в Сестрорецке
сдавали богатым людям дачи, ну ничего особенного, да, ну так, в общем, мелкая буржуазия. Но почему-то, родившись в 20-м году, отец вот сохранил какую-то, в Ленинграде сохранил какую-то порядочность, которой я поражался. Я бы сказал так, он был во всем порядочность, кроме того, что он там пробивал в своей политике, которая, конечно, вела к тому, чтобы разрушить Францию, там, надо, вообще-то, Америку и всех этих. Он любил эту Францию? Обожал. Да? Обожал. Обожал Францию. На маму просто вообще считал, что это главный город на земле. Но дело в том, что он поехал в 1942 году в Швецию, и первый его пост был политический атташе при Калантай. Это вот интереснейшее крещение, да, такое? И он пчела там, трудовая. И он там, зная, да, и там, зная французский язык, они с Калантай по ночам писали ее мемуары на французском языке для мексиканского издательства. По ночам звучит двусмысленно, но, по-моему, она была уже к тому времени уже в инвалидном кресле, да? Да, она была уже в кресле. Он часто ее вспоминал? Все-таки, конечно. Все время. Между прочим, по-моему, первая в истории женщина-министр. Она первая в истории министр и первый посол. Посол не первый, знаете. Я вот специально проверил, какая-то была армянская женщина, вот в те, только в 19-м году. Мы случайно говорим слово «какая-то», а тут Калантай была не какая-то. И, в общем, вокруг нее были легенды и говорили о том, что она повернула памятник Карла, значит, который указывал, что агрессия идет с России, повернула показу героя. Этого не было. Но на самом деле она действительно, по сути, собирала чуть ли не кабинет министра, объясняла, помогала. И отец в ее присутствии участвовал мирных переговоров с Финляндией. В общем, отец очень много. А между прочим, он совсем молоденький был. Да. Между прочим, в этом фильме знаменитом, где играли Борисова и Кторов, он не фигурирует ни в виде какого-нибудь персонажа? Помните, посол Советского Союза? Нет, он там не фигурирует, но он уже начал занимать довольно серьезные места с 1944 года, когда он стал сначала референдом, потом помощником Молотова, и Молотов дал ему команду быть личным переводчиком Сталина с французского, сказал, имея в виду, он его называл Ерофеевич, когда было хорошее настроение, когда не было настроения, он его называл никак. То есть, господин нет, никак не называл моего папу. Но когда так он сказал Ерофеевич, и нет, пожалуй, даже на вы, но по большей части говорил, имейте в виду, что Сталина любит, когда переспрашивают. И вот и с этим наказом отец отправился в Кремль. Был 44-й год, и до смерти Сталина ему переводил. И Сталин его любил. И это как раз и стало причиной, почему я назвал свою книгу «Хороший Сталин». Потому что Сталин, наверное, считал, что вот хороший тип коммуниста. Молодой, красивый. Отец был красивым. Вот. Молодой, красивый, знает языки. И при этом абсолютно как вот маленький лучик продолжения Сталина. То есть так в этом смысле устраивал. И он как-то остановил Молотова и сказал, Молоташвили, он называл Молотова Молоташвили, мало кто знает это. А отец мне говорил, Молоташвили, а что переводчики не получают ордена? Ведь это же трудная профессия. И отец на следующий буквально день получил орден трудового красного знамени. Он осознал по имени отчеству? Знал, да. Или он говорил, отец переводил Сталину вот над крышами под крышами Парижа, переводил. И когда он перевел, он сказал, выпейте шампанское. Он сказал, на работе не пью. А он обратился к Молотову. Может, разрешим? И отец выпил одним глотком. Сталинские штучки. Штучки, да. Он просто... И он хорошо знал Жданова. Он знал вообще эту команду. Берия знал неплохо. Но вот что интересно, Лёнь. Что когда, значит, как-то к нам домой зашел Акуджава. Он зашел, потому что у нас было много пластинок Брассанса, которого папа знал. И вот он зашел послушать. И, значит, сидели, слушали вместе с ним. И вдруг зашел разговор о Сталине. И, значит, мама сказала, что она плакала. Значит, Акуджава себе сказал, что он совсем не плакал. И вдруг мой папа, вообще помощник, молотый, все говорит, я тоже не плакал. И, значит, все на него... Когда умер, в смысле, Сталин. Да, когда умер Сталин. А отец сказал, ну так если бы еще две недели, то, говорит, вот Виктор был бы уже
сыном врага народа, потому что уже мели всех. Уже, говорит, в кабинете Молотова снимали люстры и занавески. Ничего себе! Вот уже прям подошло. Ничего вот себе. Так. Это говорил отец не только мне, но и Булату Шаламовичу. Угу. То есть это было просто вот уже вот-вот-вот. Так что идея того, что, может быть, Сталина и прикончили, она имеет место. Я с годами как-то почти в этом как-то уверяюсь все больше. Ну, потому что действительно, уж совсем, что называется, говорил, что вода к ногам подступила. А вот я вот такой вот задам вопрос. Скажите мне, что мы вспомнили Молотова и всю эту братья. А вот он бы стерпел, если бы арестовали его жену? Как стерпел Молотов, Калинин, не стерпел, кажется, только Ворошилов, который вышел с наганом ее защищать. Да. Может быть, грубый вопрос, но... Ну, я вот не могу ответить на этот вопрос, потому что по своему складу, наверное, бы не стерпел. Но, с другой стороны, он был тоже и такой дисциплинированный коммунист. Не знаю. Вот этот вопрос меня ставит в тупик. Честно говорю, не знаю. Но дочка маршала Конева, Майя, мне говорила, что у тебя удивительно порядочный человек, отец. Он, говорит, мог возражать начальству, спорить с ним. И в 55-м году, когда Молотов ему что-то сказал резкое, связанное с его болезнью, он сказал, вы все время болеете. Хотя отец не болел ни разу. Отец развернулся и сказал, я ухожу. И ушел. Ух ты, и ушел. В 55-м году. Да, и уехал тогда вот работать уже во Францию. Угу. Хотя Молотов ему говорил, поработай еще, послом отправлю. А он уехал советником по культуре. И, в общем-то, это, конечно, не звание после того, как он был помощником. Угу. Но самое интересное, что я неплохо знал Молотова. Более того, Леня, я могу сказать, что мы целый август в 61-м году с ним каждый вечер слушали «Голос Америки». Ого! Из Вашингтона по-русски. И дядя Слава сидел рядом со мной и слушал известия, и слушал новости, никогда не слушал комментарии. Вы имели представление, кто этот такой, этот дядя Слава? Прекрасно, мне было 13 лет. Ах, 13 лет, мы с ним просто были закоперщики, потому что слушать было невозможно. А у меня был такой большой транзистор, который родители привезли из-за границы, естественно, красный. И все вообще балдели, потому что там не было никакого штепселя, никакой. Мы сидели с Молотовым, его дача была соседняя. Молотов тогда упал, а отец поднялся. И они состыковались на соседних дачах. Никто с Молотовым не разговаривал, он уже был падший, а я с ним дружил. Я дружил с Молотовым, мы слушали. И один раз, вот это вообще великая вещь, один раз радио сказало, сегодня, почему август, но тем не менее, все-таки вот, значит, студент. Сегодня студенты Берутского университета закидали полицию коктейлем Молотова. А Молотов сидел здесь. Главное, чем он вошел в историю, да, такую, да, мировую. Он ходил с тростью, клал подбородок вот так вот. На трости слушал, и я ему говорю, дядя Слава, а что такое коктейль Молотова? И он так на меня посмотрел спокойно, и так махнул рукой и сказал, пустяки. Но видите, опять же, как в противоположные стороны, говоря вот этих самых детях власти, кажется, так вы их называете, разошлись пути внука Молотова и ваш, да? Да, и потом внук Молотова говорил мне... Потому что внук Молотова пытался пристроиться к новым веяниям. Он мне говорил... Вы пользовались всеми привилегиями, а я уже был внуком падшего ангела. Ага. И поэтому у нас действительно все было, там и пайки, и прочее, прочее. И жили мы... Поэтому тоже хороший Сталин в какой-то момент. Но у меня было два детства. У меня было детство до 55-го года, это был хороший Сталин, а потом был Париж, и это, конечно, было поразительное детство. Я думаю, одно из самых счастливых детств вообще, которое можете себе представить. Ну, я думаю, особенно в те годы. Бабушка звонила маме, а я был малоежка, она говорила, Витенька съел целую баночку икры. Черный, естественно. И она говорила это с гордостью, скормила. Вот еще об отце хочу спросить. Из того, что он вам рассказал, я не знаю, может быть, я нигде это не встречал. Это потрясающая история о переговорах в сентябре 41-го года.
да, в ресторане Рагви, да, между болгарами, да, и русскими. О сдаче Москвы. Да, о капитуляции. Он еще, естественно, тогда не работал у Молотова, угу, но эти, все эти разговоры были послевоенные, и все эти люди жили и обсуждались, это все знали, угу, да. Шел вопрос о сдаче Москвы. И да, отделении, и там, отделение, что-то, да, Украины, Беларуси, да, и всего на, да, свете. Да. Потрясающе. Это было вообще интересно, что, как я понял, что в среде помощников и консультантов, и референтов довольно свободная была такая атмосфера, ну, угу, именно вот рабочая. Дальше за рамки там просто вбивали всех, но внутри, потому что отец получал задание разработать, например, идею вступления Советского Союза в НАТО, угу, и там, значит, велись эти переговоры, еще какие-то, искали разных путей развития. Ну и, конечно, все-таки отец тоже поучаствовал и в развитии холодной войны. И то, что он в разговоре с вами, тоже я, это мне засело в голову, он признал, что холодную войну на самом деле развязал Сталин, да, а не, да, да, Черчилль, не, в этой, не, своей, не, речи. Это он признавал, и там, видимо, все это знали. Но самое, конечно, поразительное, это было то, что в Париже в 1956 году они встречались, с человеком американской разведки, и когда тот сказал: «Даем неделю, приведете в порядок Будапеште за неделю, мы не вмешаемся, больше войдем». То есть отец и человек тоже, он был советником, но, видимо, это прикрытие было, наверное, разведчиком было американским, отец не был разведчиком. И они вели переговоры, и, значит, вот так американцы дали им неделю, и было выполнено это. Так что это тоже недаром танки, пулеметы и все прочее. Да, великие тайны, конечно. Великие тайны. Великие отец тайны большой политики. И даже показывал мне этот ресторан, потому что мы были потом... Потому что меня это больше всего... Вот из всех историй меня больше всего это поразило. Да. Что они вытащили, они не пошли по линию послов, не пошли по линию министров. Они нашли какого-то умного человека, угу, это мой папа. Видимо, они посмотрели, что с ним он адекватный, поставили другого и... Точно так же, как решалась, между прочим, судьба карибского кризиса. Верно. Точно так, да, же. Точно так же. Это поразительно. Это отец оказался... Мимо посла Добрынина, да, мимо, да, всего на свете. И отец оказался просто вот прямо в горячей точке. И, естественно, он, значит, тут же мчался в посольство, докладывал послу Винограду, тот докладывал на самый верх, и вот так вот, ну, страшно. Но вот так вот, такова политика. Да, да, блажен, кто посетил, да, сей мир. Да. Это уж точно. В мою жизнь он стремительно ворвался в эпоху «Метрополя», журнала, который мы называем «Метрополь», который был издан в 1979 году. Как-то раз пришли сюда Василий Аксенов вместе с Виктором Ерофеевым и на перегонки по существу рассказали нам историю возникновения идеи. Эта идея всем литераторам безумно понравилась. Что да, что если... издать этот журнал, причем первоначально, мы довольно открыто говорили во время застолья, во время просто наших обедов, каких-то ужинов. Говорили: «Старик, ты не хочешь поучаствовать? Вот такая есть идея издать самим альманах». И таким образом сплотился коллектив писателей, которые собирались здесь, за этим столом, который вы видите. Возник Володя Высоцкий, который всех, конечно, даже тогда... пользовался огромным нашим уважением и любовью просто. И во все времена наших сборищ, дети, он садился вот на эти ступеньки, которые сейчас в кадре рядом, все время редактировал свои стихи, обращая внимание на то, что они будут напечатаны, наконец, на бумаге. Я сделал специальную литографию, вот эти граммофоны, направленные в разные стороны, имеющие тоже аналог нашей советской действительности. Должен сказать, что все это время Виктор Ерофеев привлекал мое внимание тем, что мы знали, что его отец – работник Министерства иностранных дел, и он рисковал своей карьерой.
А Виктор его провоцировал по существу своим участием в альманахе. И восхищались, в общем, героизмом Виктора, потому что он так смело пошел на такой разрыв с отцом. Ну, а кроме всего, сама литература, которую они делали, Евгений Попов и Виктор Ерофеев, она была нашей, очень близкой нам по духу. Это такая чернота жизни, как я уже сказал. То есть правдивое описание действительности за этим стояло. Ну, а теперь о вашей писательской судьбе. Такая большая судьба началась с «Метрополя» и со скандала вокруг него. Вот скажите мне честно, вы делали ставку на скандал, который бы, так сказать, как ракета уже вывел с одного, что называется, щелчка вас в знаменитости, в люди, известные на Западе, и т.д. и т.п., что тогда это было особенно важно? Или все планировалось как-то вполне, так сказать, буднично, как некий такой литературный эксперимент? Лёнь, если совсем честно, то совершенно не думал о скандале, если совсем честно. Потому что, конечно, сейчас время пиара, и всегда кажется, что даже если человек идет на плаху, то он все равно пиарится. Нет, я был страшным идеалистом, страшным. И меня подвергло то время испытанию не потому, что я был скандалист, а именно потому, что я был идеалист. Я думал, я придумал «Метрополь». Самолично, один? Один придумал, потом совратил Аксенова, потом совратил Битова и потом совратил Женю Попова. Название придумал Аксенов. Отец работал тогда на очень крупной должности в Австрии. Он был послом Советского Союза при международных организациях. Это было очень важно. Во-первых, это там все было. Там в Вене это был большой котел, и отец был очень крутым человеком тогда. И он должен был оттуда поехать замминистром уже работать в Москву. Так вот, мы жили с моей женой, Полькой Веславой, жили в съемной квартире прямо напротив в Ваганьковского кладбища, где сейчас похоронены мама с папой. И все время шла эта музыка похоронная, и в какой-то момент возникла идея похоронить советскую литературу. Вот. Это просто, я говорю, как было. Когда уже грянул гром, то Липкин, вообще, кстати говоря, тоже недооцененный человек, я говорю, тоже столько недооцененный, который дружил и с Платоновым, и с Гроссманом, он сказал, мы единственные после кронштадтского восстания, которые не отказались хорошее сравнение какое-то. Да. Он сказал, дальше всех раскалывали. Нас не раскололи. И хотя сильно вообще водили морды по столу. Но тут, конечно, главное... Липкин, кажется, сильнее всех не раскололся. Он же вышел из Союза, да, если я не ошибаюсь. Он с Леснянской. И Аксенов вышел. Но с Аксеновым там все-таки были уже такие, как говорят молодые люди, непонятки, потому что было ясно, что если он выходил и уезжал, а им тем некуда было ехать. И вообще, конечно... И Липкин вот так вот выразил. А когда его стали... Я не помню, довольно трудное существование. Да, и когда его взяли за горло и сказали, ну, что же это самое... Что же вы делаете? И, может быть, вы покаетесь перед секретариатом и как-то будет... Он сказал, секретариат у меня будет вот там. Вообще, надо сказать, это был самый веселый год. Мы пили очень много вина, шампанского и развлекались. И это был настоящий пир во время чумы. Но что? Но зато мы сделали очень важное дело. То есть мы показали, что в России может быть плюралистическая литература, а значит и плюралистическое общество. Мы показали, что таланты есть, но их берут за горло. И, наконец, мы дали площадку Высоцкому. Высоцкий первый раз у нас напечатал, написал песню о «Метрополе», и она пропала. И она пропала. Но тут я вас чуть поправлю. Это все-таки была не первая его публикация. У него была публикация в журнале «Химия и жизнь». Ну,
Но тут... это, конечно, публикация, зато уж прогремела, да, прогремела, будь здоров. Но это все было весело, пока все, так сказать, вы над этим работали. Потом стало совсем не весело. Ну, и вот теперь вернемся снова к отцу вашему. Вы вообще так формулируете, что в 1979 году вы убили отца? Да. Это такая, так сказать, красивая убил. Фраза? Да или нет, как? Нет, политически я его убил. Но надо сказать, что просто... Я мог написать эту фразу, потому что дальше произошло воскрешение. Если бы этого не было, я не понимаю. Дело в том, что просто я не верил, что так будет раскручиваться жутко событие, потому что в Политбюро объявили, что это начало новой Чехословакии, и дело было очень жестко поставлено, и Громыко вызвал отца в Москву, Громыко был министром иностранных дел, он был в Москву и сказал, вот смотри, и, значит, если твой сын напишет покаянное письмо, его мы напечатаем, то ты вернешься в Вену. Если нет, то карьера твоя, то конец тебе. И мы попали с отцом в очень сложное положение. А отец вам сказал об этом? Ну, разговор, он же тут прилетел, да? Нет, он прилетел. Там уже просто настоящий фильм был. Он прилетел из Вены, и я поднялся последний раз я ездил в этой самой... в номенклатурной «Черной Волге» и прямо под самолет, под трап подъезжал, вот, поднялся к нему, потому что было очень холодно, 79-й год, была очень холодная зима, нес в руках шапку, он сидел, естественно, в первом классе, туда прошел в самолет, мы вышли, когда на трап, он сказал, в этот раз я приехал из-за тебя, но это не будем обсуждать в машине, там водитель. Угу. То есть он уже сразу куда-то стал уплывать от них. Стал становиться чужим среди своих. Да. И мы, значит, приехали домой, куда-то убрали телефон, закидали его подушками, и, значит, я объяснил ситуацию. И отец попробовал что-то делать. То есть он с самого начала понимал, что, в общем, мне тоже нелегко. Вот. И мы попытались искать какие-то... У него были огромнейшие связи. Огромнейшие связи, и все эти связи лопались, как пузыри, как мыльные. Все предали, все отступились. Одни сразу, другие постепенно, но телефон перестал вообще звонить у них. Секретарь парторганизации МИДа предложил ему отказаться от меня. У нас убежала домработница, потому что ей сказали, что меня расстреляют. Ну, в общем, его вызвал Зимянин. И сказал, что самый плохой из Зельманоха – это твой сын. А Зимянин все-таки был секретарь ЦК. И они в теннис играли с ним. И вообще он всех же знал. Я к Шауру на дачу ездил, что-то пытался помогать советской музыке, чтобы все было там получше. А Шаура тогда у Зимянина встретил, он был ниже, естественно. Тот был секретарь ЦК по идеологии, а этот был заведующий отделом ЦК по культуре. И отец его знал с 30-х годов. И когда Зимянин спросил, вы знакомы, Шаура потянул руку и сказал Шаура. Ух ты. Предательство было на высших уровнях. И какая тренированность власти, к предательству. Да, протянул руку Шаура. И он показал чудовищное. Говорит, посмотри рассказы, где он изображает наше общество как общественный туалет. Да, ядреный феник, что ж такое вообще все. Ну, в общем, короче говоря, меня, значит, полностью раскритиковали, и Зимянин, секретарь, значит, Политбюро, он сказал, если не напишет, костей не соберет, сказал Зимянин. И это было довольно тяжело. Это было довольно тяжело, потому что там было, конечно, и то, чтобы в армию меня отправить, и там уж можно было все что угодно. В общем, все было, Леня, плохо. Но надо сказать, что тут вот отец показал себе, не то, что на пятерку, как помните, вся интеллигенция выставала отметки. Тут я даже не знаю, на какое. Дело в том, значит, он ходил в Политбюро, он сказал, в Политбюро я за всю, вот именно в Политбюро, я за всю мою жизнь столько не ходил, как из-за тебя. То есть меня его прямо вызывали туда, на самый верх. Он ходил в КГБ, где там был просто, на меня составлен досье, не записанные телефонные разговоры, а расшифрованные там было. И там было все. Большая работа была проведена. Было собрано все.
Вот. Он ходил, естественно, в МИД, вот, к секретарю парторганизации, который предложил, и, конечно, в Союз писателей. И он, как очень опытный человек, он 40 дней, значит, со мной работал, и он понял, что дело, в самом деле, серьезное и важное. Он 40 дней получал свою венскую зарплату в долларах, работая только со мной. И на 40-й день там было, конечно, вот это вот объяснение почти библейское. Он пришел такой бледный, он вообще был бледный, потому что каждый раз он получал такие, видимо, оплеухи. Он пришел бледный, домработница сбежала от нас. Я приготовил ему какие-то сосиски и салат такой по-французски. Мы сидели, ели, он крутил так салфетку и посмотрел на меня и сказал: «В нашей семье есть уже один труп», — сказал он. «Это я», — сказал он про себя. «Если напишешь письмо, будет два трупа». Ух ты! И вот тут была поставлена точка. Ух ты! Да. Вот такая да. вот история. И это была отправная точка, тут тоже точка, для, для книги «Хороший Сталин». Если бы он этого не сделал. Это, в общем, история. Эта история потрясающая. Мне все-таки пришлось написать письмо Брежневу, что, значит, отец за меня не отвечает, а, значит, если его не восстановят на работе, то я повешусь. Я написал, так написал? Да, я так и написал. Ну, Витя, а теперь давайте в наши уже времена перепрыгнем нашего магического или не магического тоталитаризма или не тоталитаризма. Вы в «Энциклопедии русской души» это была программа на Радио Свобода. Потом книжка вышла с таким названием. Вас обвинили тогда в русофобии. Вы... В тюрьму потащили. В тюрьму. Дважды тоже. Вы отвечали, что вас не поняли разницу между автором и героем. Лирическим героем. Да? Но все-таки, наверное, вы немного лукавили. Дело в том, что если говорить с точки зрения литературы, то совсем не лукавил. Эта книжка немножко раньше вышла, между прочим, чем моя передача на «Радио Свобода». Я очень любил эту передачу и работал 7 лет на «Радио Свобода» большим удовольствием. Откуда, как вы заметили, меня тут люди знают. Конечно, вот. Конечно. Я написал эту книгу и издал ее в 99-м году, еще даже до нашего нового тоталитаризма. Да. И это была книга, написанная в принципе разочарованным русским интеллигентом, который за 90-е годы разочаровался во всем. Он разочаровался в себе, прежде всего, но он разочаровался в России, он разочаровался в Америке, он разочаровался в женщинах. И все это книга такая абсолютно беспощадного разочарования. Сказать, что это я, ну, трудно сказать, потому что там же еще... Это же роман. Да, я понимаю. И он называется так... «Роман с энциклопедией». Угу. И вот сейчас я еду на парижский салон. Вот там в Париже через много лет они его сейчас, эту книгу печатают. Я сейчас, когда ее перечитываю, я вижу, конечно, это не я. Потому что там это поиски как раз точки боли российской, которая там называется «Серый». Угу. И это фантастический сюжет, фантастические дела. Конечно, но какие-то мысли, которые там... Ну, в том-то и дело. Я хочу сказать, мысли, что вы в уста героя да. вы вкладываете какие-то свои мысли. Какие-то мысли, которые там существуют, они были, естественно, мной продуманные не раз и не два. Угу. Ну, конечно, когда я там... Вот, у меня, наверное, самая гнусная Википедия, которая, может быть, вы там открываете. Во-первых, там пишут, что я не родственник создателя радио Попову, хотя моя мама меня в этом не раз убеждала. И второе там, что я вообще русофоб страшный, я пишу, что русских надо бить палками, там вообще размазывать по стене. Это, и этим всем кончается. Там ничего другого нет. Я решил ничего не изменять. Пусть так вот кто-то написал, пусть вот им подарок и будет. Такое, значит, такое чудовищное вообще. Я не думаю, что, наверное, у меня самая грязная статья в Википедии. Самая грязная. Вот. Но дело в том, что, конечно, я так не думаю. Но это понятно. Но там же этот же интеллигент накаляется до такой степени, что ему уже все, он все порвет. Все порвет.
Вот. Но с другой стороны, если искать, там есть чудовищно обидные вещи про Америку, потому что я уже в Америку тогда наездился от души. Я 4 года преподавал в Америке и хорошо знал ее уже. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И многое того, что вообще мне вообще как бы даже и не свойственно было. Но с другой стороны, ведь получилось так, вот сейчас, когда я эту книгу, значит, читает меня вот какая-то девочка-фотограф из Польши, сказала, я из-за этой книги приехал в Россию. Ведь все перевернулось, и кажется, что это объяснение в любви. Вот это поразительно. Вот когда такой напор и все прочее, когда вот страна безумная, страна огонь безумный, и холод, и мрак, и прочее, прям туда тянет. Вот есть тут одна немка, которая довольно хорошей позиции занимала все эти годы, она сказала, я приехала сюда из-за твоей книги «Русская красавица». Прочитала и захотела в Москву. А вот не так давно вот эта польская девушка сказала, что, значит, я ездила фотографировать в Россию, полюбила Россию из-за этой книги. Жолда, который хотел поставить энциклопедию русской души, он сказал, я более страстного объяснения в любви не видел. Лень, понимаете, это же очень странно, что когда ты доходишь до стенки уже прямо и все, и вдруг это все переворачивается, и не случайно, потому что, значит, у тебя же такая любовь, что ты болеешь за это, и у тебя эта болезнь выражается в этом отрицании, но это не значит, что ты не болеешь. Если ты не болеешь, ты собираешь шмотки и уезжаешь, и говоришь, ну, до свидания, и у меня есть языки, у меня есть позиции, агенты в Америке и в литературные в Европе, ну, вообще не казалось. Ну, можно вместе с тем собрать шмотки и уехать, но болеть, как произошло, как я уверен, что Алексей Серебряков любит Россию больше, чем все эти поганцы, которые на него набросились. Конечно. И сказано это с болью и любовью. Там было высказывание. Здесь все-таки эта книга писалась 2 года. Конечно, совсем другое дело. И она для меня тоже ключевая книга. То есть есть книги, которые были ключевыми, она вышла тоже в замечательном переводе на украинский, вот не так давно, энциклопедия русской души. Она, а хороший Сталин, между прочим, вышел во Львове, и когда я во Львове спросил, а что до меня выходили русские книги? Ну что, ну когда-то, они сказали, когда-то мы издали Евгения Онегина. Я сказал, ну я в хорошей компании. Вот, то есть это же поразительно, что литература перешагивает какие-то границы. Вот в 17 году вот эта книга «Тело» вышла в киевском издательстве с прекрасными иллюстрациями. Все. И это же не то, что я говорил, давайте издадим. Нет, они позвонили, захотим, издаем. Ну вот, Витя, а что хочу вас спросить, как у специалиста по русской душе, что сегодня происходит с русской душой? Ну, вот Карамазовщина, Толстовщина, как актуальненько так. Нет, дело в том, что самая большая беда, которая случилась, это то, что русская душа была с самого почти рождения этого государства, была воспринята как то, что мешало государству быть государством. То есть ее законсервировали в таком вот состоянии архаики, архаическая душа. То есть люди могут быть хорошие, плохие, как везде, но политическая культура нулевая или, скорее, отрицательная. И когда вот сейчас разворачивается все то, что разворачивается, реакцию мы увидим чудовищную русской души, потому что она не знает, как делать. Она знает, как пойти на рыбалку, она объяснит, как убить медведя. Но она никогда не объяснит какие-то вещи, связанные с понятием свободы, политической культуры. Это какая-то инфантильность? Но это не инфантильность, это архаика, это архаичность, когда люди говорили, свой чужой делили, да? Вот ездят тут автобусы и троллейбусы, например, мы своих не сдаем. Так да, это архаика. Если бы они написали, мы чужих не сдаем, вот это было бы, это было цивилизация. И очень много вещей связано с... А мне все говорят, это оскорбление. Я говорю, нет, это не оскорбление. Это ни цари, ни коммунисты, ни нынешние правители, руководители, они никогда не поднимали эту планку на цивилизации для русского человека. Анализа не существует, только есть анализ мочи, больше ничего здесь. То есть получается, что люди в таком загоне, они не знают, как реагировать. Они боятся войны, боятся каких-то понятных вещей, но как вообще выйти из этого
и нужно ли выходить, и что это не знаю. И это беда, и это, этим, на этом эксплуатируют вообще самые страшные вещи, которые могут, и возврат туда, в старые времена, в Советский Союз, и все что угодно, и люди молчат. Вот почему я могу сказать печальную вещь, что честные выборы здесь не помогут. Ну, вы написали страшную вещь в хорошем состоянии, страшную фразу. Страшная не в том смысле, что она... что русская душа по натуре своей сталинистка. Да, да. Бацилла, сталинская бацилла попала туда. Знаете что, у меня когда-то было маленькое издательство «Зебра Ем». Мы там пытались издавать книжки молодых. Чуть-чуть это получилось, потом все это рухнуло, конечно. Но даже тогда, в маленьком издательстве, где работало там, не знаю, 15 человек, я, как человек, который организовал это издание, я не был генеральным директором, но так как бы и предлагал книги. Все. Я понял, что только сталинскими методами стучать по столу, иначе все разваливается. То есть, оказывается, в общем, никакого либерализма, ничего невозможно. Это беда. Это беда. Это беда нашей страны. Сталинская душа или русская душа сталинистская. И это видно и сегодня, и это видно. Как только человек подближается к Сталину, русская душа ему аплодирует. И сама становится носителем этих портретов, этих оругвий, этих икон. И я попытался вот в этой новой книге «Розовая мышь» все-таки найти ту карту жизни, которая дает возможность человеку быть в этой стране и все-таки жить, а не ломаться под гнетом всех этих чудовищных обстоятельств. Вот найти себя и попробовать жить. Ну, у меня передо мной все-таки пример моего папы и моей мамы, которые все равно в этих условиях, особенно после Метрополя, все-таки выжили, да, и выжили. Но все-таки те-то условия были пожестче, потяжелее. Да, потяжелее. Потяжелее. И мне кажется, что нам сейчас не хватает просто возможности. Если мы каким-то образом создадим свою собственную самостоятельную жизнь, но просто найдем себя в этой жизни, то нам будет легче и освободиться от тоталитаризма. А вместе с тем, вот те времена были потяжелее, но есть люди, которые с нынешними временами вспоминают знаменитую фразу, что бывали хуже времена, но не было подлей. Вы разделяете эту точку зрения? Нет, ну там тоже было подлости полно. Я думаю, что просто, вы понимаете, у нас еще вот какая беда. Ведь самая страшная беда, если брать социальную, это то, что мы дважды потеряли все наши ценности. В 17-м году и в 91-м. Хотя в 91-м были испорченные ценности, но мы их тоже потеряли. Но они были ценности. Да, они среди них были ценности. Конечно. И мы сейчас плаваем, знаете, у нас дважды, значит, утонул Титаник, и мы плаваем вот во льдах с разбитыми ценностями. И у меня такое ощущение, что у каждого такой мешочек, и вот он собирает разбитые ценности. Вот сюда он положил коммунистические ценности, сюда демократические, сюда православные, там что-то монархии и имперские, там от великой русской литературы. И у каждого есть свой мешочек ценностей, на таких разбитых, но ценности. И вот он говорит, вот у меня эти ценности. А у другого, даже своего близкого человека, жена, у них тоже мешочек, но там немножко другие проценты. И вот они собираются, они трутся этими мешочками и никак не могут договориться. И пока они уже вот-вот договорятся, или напились, или спать хочется. Утром опять начинают тереться. И вот эта вот жизнь, она все время начинается с нуля. У нас нет никакого движения политической мысли. Я имею в виду свободной. Она все время о том, что не было подлее. Ну да, не было. А может быть и было подлее. Конечно, были подлее времена. Но дело в том, что всегда получается так, что когда нет ценности, ты никогда не сформулируешь но точно. Ну, в том-то и дело. Значит, все-таки сегодня фрустрации больше, чем когда бы то ни было. Да. Вот. Лень, вы абсолютно правы. Вот когда нет ценности, фрустрация возникает. Потому что если ты борешься против ценностей, то все равно это ты точишь зубы. А когда вообще нет ценностей, а куда плыть? Дело в том, что и у них-то тоже там нет ценностей. Угу. Они имитируют только. Конечно. И вот, у них ценности есть, но они в таком буквальном смысле слова. Это ценности однозначно. И вот Газанов, один из лучших писателей эмиграции, он сказал, что после гражданской войны в России может быть только условная мораль. То есть мы знаем, что такое добро и зло, но исполнять этого не можем, потому что нам надо жить
не жить, а выживать. А когда выживаешь, ты с моралью обходишься довольно, довольно жестко. И вот эти моменты, они закрепляют ту самую структуру, которую нам, конечно, сейчас очень трудно воспринимать как реальную структуру страны. То есть вы очень точно, между прочим, я очень рад, что к концу передачи мы с вами подъезжаем к слову «фрустрация». Действительно, это вызывает. Именно, а конечно, как? Ценностей нет. А как? Операция. Как я пойду? Кому я что скажу? Я говорю, у нас проблемы с народом. Они все говорят, о, русофоб. Я говорю, да я не русофоб. Я хочу, чтобы народу было лучше. Я в этой стране. Я вообще считаю, что Россия рай для писателей. Столько тут можно, огромное количество тем. Может быть, ад для читателей, но для писателей точно рай. И все равно этого нету, потому что или это либералы, которые говорят, вот сейчас мы как им дадим, выиграем выбор, и все поменяем. Да ничего, ничего подобного. Мы это уже пережили в 91-м году, выиграли выборы, и что дальше, и куда приплыли? Наша великая литература один раз сломалась вот обо что. Дело в том, что ситуация нам казалась такая ужасная, Николай Первый, такое ужасное, такое все ужасное, что давайте все менять. Тогда русская литература стала поднимать маленького человека очень высоко, как вы знаете, лишний человек, маленький человек, подняли высоко, забыли о всех его слабостях, подняли высоко человека и сказали, вот какой замечательный человек, а живет в каком дерьме, давайте делать революцию. Вот была идея. И у Тургенева в «Отцах и детях», в «Черновиках» есть гениально, совершенно точно сформулирован лозунг всей нашей литературной и либеральной и интеллектуальной жизни. Человек хорош, точка. Обстоятельства плохи. Меняй обстоятельства. И вот мы все время думаем, что... А в человеке уже столько накопилось за это время всего, что надо... Это не значит, что он погиб. Но вот отсутствие ценности, исторический какой-то гнет и все прочее. Вот проблема внутреннего зла в человеке. И опять-таки, вот дело в том, чтобы спасти человека, если говорить серьезно, то надо как раз увидеть его слабости, его теневые, конечно, стороны. А если спасать человека хорошего, то что там? Ну, конечно. Это, и в этом как раз очень много, почему меня здесь принимают гораздо хуже, чем там. Потому что там понятие внутреннего зла, оно включено в культуру, и оно разработано. А у нас это Достоевские записки из подполья, это мелкий бес Сологуба, и, пожалуй, все. Ну, если говорить о постановке вопроса, как постановке вопроса. Конечно, можно найти у Платонова, есть что-то у Горького того же на дне, еще что-то. Но как вот постановку вопроса, только, пожалуй, две книги. Ну да, а «Передоновщина» все, да, и... «Передоновщина» и «Записки из подполья». «Записки из подполья», я человек, да, больной, я злой человек. Я злой человек, я пишет. Я злой человек, да. Вот это пишет. А там... Получается так, ты злой только тогда, когда тебя испортило общество плохое. Среда заела. Да, среда заела, ты салтычиха, потому что крепостное право есть. Хорошо, последний мой вопрос, хотя мы уже заговорились. Ведь, ну а выберемся мы из всего этого? Мы выберемся, да, но желательно поскорее, потому что тогда этого слова «мы» уже не будет. Ведь я вам очень благодарен за этот... исключительно просто интересный для меня разговор. Ну, такой вот Бог сделал мою жизнь интересной. Чего вы можете сказать? Спасибо. Спасибо. Спасибо, Леонид. Спасибо. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». В гостях у меня был писатель Виктор Ерофеев. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся в тот же час, на том же месте через неделю.